Такое снижение числа специалистов в регионе было постепенным. Ежегодно их количество уменьшается. По словам врача, возраст более 50% акушерок, работающих в Забайкалье, не более 40 лет. Всего в регионе работает 13 тысяч медицинских работников. Из них 70% – это средний медперсонал. О кадровом голоде в медицине края уже не раз говорила и заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Читинской государственной медицинской академии Марина Мочелова. Действительно говорим не о кадровом дефиците уже, а вы правильно сказали, о кадровом голоде. Потому что я для себя начала статистику вести с августа месяца 2017 года по профилю акушерства и гинекологии. Если вам интересно, то с августа месяца 2017 года, то есть фактически за неполных полтора года, из только города Читы уехало в другие регионы 15 акушеров-гинекологов. Это все стажированные доктора, вот, уважаемые доктора, те, которые должны и были оставаться здесь, работать на благо края. Но, к сожалению, они уехали.